начале встречи первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов обратил внимание на необходимость создания единой площадки, которая будет контролировать все инструменты поддержки экспортного потенциала регионов. Начиная с сегодняшнего дня, мы будем всячески способствовать тому, чтобы все эти активности по введению малого бизнеса на мировые площадки стало одним из приоритетов работы губернаторов и в целом региональных властей. В Мордовии за год активной работы по программам Российского экспортного центра рост экспортных показателей составил 142%. За год удалось увеличить количество объектов малого и среднего предпринимательства со 146 до 276. Просто стали педантично заниматься поддержкой, все инструменты использовать. Сопровождение инвестора за рубежом, помогать с переводом контракта, его составлением, продвигать сайт на зарубежном языке. У нас компании сейчас мебель стали продавать, расширять рынок сбыта. И специальные обучающие модули по лазерным технологиям. То есть это хорошо развитый и интеллектуально развитый промышленный экспорт. На форуме особое внимание обратили на важность выстраивания дипломатических отношений с другими странами на региональном уровне. Напомним, что за последние полгода Республику Мордовия посетили дипломатические делегации из Белоруссии, Индии и Уганды. Вячеслав Кузьменко, Народные новости.